Блогер Даня Милохин признался, что во время работы в России он мог заработать несколько миллионов рублей за пару часов. Подробностями звезда соцсетей поделился в новом выпуске шоу «Bugatti Music». Тиктокер рассказал, что однажды влиятельные родители заказали его на праздник для своей дочери. Однако крупного торжества не было. Пара просто сидела в комнате несколько часов, разговаривала и снимала ролики для соцсетей. За это юноша выручил несколько миллионов рублей. Тогда оппоненты Дани заметили, что такая услуга вполне может считаться эскортом. Блогер согласился с ним.